Недушевная душевая. Житель заводского района Саратова вместо старой ванной установила себе современную душевую кабину, но не может воспользоваться благами цивилизации. Женщина слишком легкомысленно отнеслась к установке оборудования. Как не стать жертвой недобросовестных мастеров, смотрите в очередном сюжете нашей рубрики «Контроль качества». Когда я хочу помыться, я всегда, вот, знаете, с опасением, то, что кабина вся течет. Людмила Поспелова купила этот предмет комфорта себе на день рождения 65-летия. Но душевной душевая не стала. Сразу после установки кабины из швов полилась вода. Счастье себе нашла с этой кабиной. Вот выхожу, намытая вся. И начинаю здесь собирать воду. Людмила подкупила недорогая цена душевой, без малого 12 тысяч рублей. Решился и вопрос с установкой. В магазине «Изба» Людмиле дали визитку мастера. Я говорю, а как, кто бы установил? Они говорят, у нас есть вот Александр. Он все делает, все. Я говорю, прекрасно. Он пришел, я посмотрел, молодой человек, понравился мне, значит, качественно все сделает, все. Вот, видите, что пленка? Это мыслимо такое собрать вот эту, да? Мастер. Руки оторвать по самой коленке. За эту работу Александр взял 7 тысяч рублей, говорит заказчица. Так что в общей сложности дырявая душевая обошлась ей в 19 тысяч. Исправить недостатки мастер отказывается уже год, объясняя, что это бесполезно. Мол, кабина дешевая, китайского качества. Но не все текут кабины-то. И вам тогда и говорили, что русская кабина 60 тысяч тут. К чему от 60? Уплотнителем совсем. Постепенно уплотнитель усыхает и все. А эти кабины-то они дешевые, если текут. Он поставил ее в сухую, то есть без геля. Санитарный гель должен быть. В стекла ставится, и потом стекла туда задвигаются и высыхает в течение суток. Это я прочитала потом. Поэтому она течет. Чтобы обезопасить себя от мастера-халтурщика, юристы советуют заключить с ним самый простой договор в письменной форме. Соответственно, я произвожу работы по монтажу установки душевой кабины. Стоимость работ такая-то. После того, когда денежные средства мастер получил, нужно не стесняться также брать с него расписку, что работу он выполнил, денежные средства получил. В договор надо обязательно внести паспортные данные мастера, чтобы в случае недостатков было к кому обратиться с претензией и на кого подать в суд. Тем более, что в магазине «Изба» знакомство с мастером Александром отрицают. Я не знаю, в принципе. Я его не рекомендовал. Я первый раз его вижу, и вот, если честно. Директор магазина Владимир Должников удивлен, что женщина сразу не обратилась в магазин, а терпела год. Обещает отреагировать на жалобу. А юристы советуют Людмиле или сделать независимую экспертизу и выяснить, по чьей вине испорчена кабина. Если окажется, что это заводской брак, то продавец в течение 2 лет обязан заменить изделие. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.